Путешествие по Мангистау не подразумевает наличие заряженного внедорожника. Это сухой, комфортный регион. И когда я собирался тестировать Isuzu Arctic Trax в Мангистау, для этих степей его подготовка была избыточна. Но с погодой для тест-драйва повезло. Мощнейший ураган с ливнями затопил самый пустынный район Казахстана. Что было тому причиной? Молитвы, установки для вызова дождя или обещания Греты Тунберг не так важно. Важно, что на Isuzu любой погодозависимый маршрут становится погодонезависимым. Моя профессиональная деятельность – это организация путешествий, приключений, соревнований, фестивалей, экспедиций, массовых мероприятий, в основном связано с внедорожниками. Я путешествую на протяжении года практически всегда. В 2021 году мы организовали 21 экспедиционный проект по России и миру. Представьте, какая экспедиционная нагрузка на меня и на мою команду. Соответственно, я путешествую на внедорожниках, исключительно на внедорожниках и ни на чем другом. Именно поэтому все тесты внедорожников я делаю с позиции, можно ли и удобно на них путешествовать или нет. Сейчас у нас на тесте автомобиль Isuzu D-Max в комплектации Arctic Trax на 35-х колесах. Мы прокатились несколько тысяч километров по Казахстану, России и несколько сотен километров, ну практически 1000 километров по территории Мангистау. Это плато Устюрт, шикарный полуостров на западе Казахстана. Нам и повезло, и не повезло. Обычно в мае дождей на Мангистау не бывает. В этом году год получился аномальный, заливает дождями, в степи вспучились, и поэтому мы бездорожье хлебнули по полной программе. Именно в этих условиях мы и испытывали этот автомобиль. И мне есть что сказать. Это точка старта экспедиции Red Off-Road на Мангистау. Невероятные каньоны Айрактыл. Сюда приехали участники со всей России. Люди самодостаточные, клевые и очень крутые. Исключительное преимущество этого автомобиля – это его двигатель. Дизельный 3-литровый мотор, отлично работает на низах, мощность 176 лошадиных сил. Этот двигатель устанавливается на коммерческие грузовики. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Еще раз подчеркну, он устанавливается на грузовики. У этого двигателя нет цепной передачи, там прямая передача, и, соответственно, он очень-очень надежный. Он миллионник. Вся Юго-Восточная Азия эксплуатирует именно эти автомобили. И в Юго-Восточной Азии, в Австралии автомобиль Isuzu самый популярный автомобиль. Самый надежный и самый популярный. Есть еще такая фишечка. Если у Toyota Hilux на механике устанавливается мотор 2.4, то здесь на механику также устанавливают мотор объемом 3 литра. То есть и на автомате, и на механике.
Я очень крепко думаю над тем, чтобы приобрести Isuzu D-Max на механике для того, чтобы готовить ее к полярным арктическим путешествиям, чтобы мы с нашей командой могли выезжать далеко и глубоко. Поэтому мощный двигатель большого объема для меня очень-очень предпочтителен. Путешествие Red Off-Road началось. Испытания проходят в фантастических ландшафтах Мангистау. Как и все путешествия Red, это проект об открытиях и о радости. Наши маршруты эмоциональные и гениальные. Наша цель – сделать людей счастливыми. Мангистау – это самые разнообразные ландшафты. Здесь есть геометрическое бездорожье, крутые подъемы и спуски. Есть идеально ровные соры, такие солончаки. Все это в сумасшедших видах, вдохновляющих на путешествия и открытия, делящих сознание до и после. Ну и окончательно – это идеальное место для испытаний внедорожников. Подробнее о Мангистау расскажу в следующих видео на канале «Дороги дороги». Что в себя включает базовая комплектация? Первое и главное – это установка колес большего размера – 35 на 12,5 дюймов. Это позволяет увеличить клиренс на 2,5 дюйма и уменьшить удельную нагрузку на грунт при движении по мягким грунтам. Собственно, ради этого все и затеивалось. Затем колесные диски алюминиевые, которые выпускаются специально для компании Arctic Trax, на Красноярском заводе, производящем эти диски. Под этот размер калибруется спидометр. Но есть такой нюансик. Спидометр откалиброван, и это отлично, но не откалиброван круиз-контроль. То есть если у меня сейчас на спидометре 98 км в час, то на круиз-контроле 89. Здесь, мне кажется, тоже нужно где-то подработать. Может быть, это просто упустили. Передняя и задняя подвеска усиленная, и проведен лифт подвески 2,5 дюйма. Бодилифт выполнен, установлены специальные усиленные кронштейны, за счет которых автомобиль приподнимается над рамой. Проведена антикоррозийная обработка. Также установлены стеклопластиковые расширители колесных арок. Так как у нас колеса шире и выступают за габариты автомобиля, эти расширители компенсируют увеличение геометрии автомобиля в ширину. Это все базовая комплектация. Далее вы начинаете готовить автомобиль под ваши задачи. Я вообще считаю, что любой внедорожный автомобиль, который специально готовится,
владелец его собирает под те задачи, которые ему предстоит выполнять. Это место называется Долина Конкреции. Что это такое, мы расскажем в следующих видео о Мангистау. Так, ребят, меня слышно? Как вам амфитеатр? Для вас сегодня будет выступать очень крутой этнографический коллектив. Это настоящие адайцы. Это люди, которые живут в этом регионе. Мангистау. Географическое название Мангышлак. Приглашаю на Кавказ с Red Off-Road Expedition. Нас ждут современный Грозный с роскошными мечетями и древний город-крепость Дербент, заброшенный аул Гамсутль и село ювелиров Кубачи, спрятанный в горах средневековый Никорой и башенные комплексы во внушке в Ингушетии. В суровых горах Дагестана впечатляет Салтинский водопад, Карадагская теснина и, конечно, террасы. Казино Ам удивит цветом воды, а горы Чечни непроходимыми лесами. Джарахское ущелье поразит видами. Кавказ суров, но очень гостеприимен. Присоединяйтесь к экспедициям по Кавказу. Место, куда мы сейчас приедем, является святым для местных жителей. Это настоящая мечеть, которой тысячи лет. В общем, будем подкладывать, если нету досок, так, на досках, да. Будем подкладывать камушки. Вот я как бы, ну, другого варианта не вижу.
издеваетесь? Со стоком то патриотов такие. Нормально. Зачет зал. Я думал, без колес останусь. Важный и злободневный вопрос. Это внесение изменений в конструкцию автомобиля. Здесь есть два пути. Первый. Если вы приобретаете уже готовые автомобили в компании Isuzu, а на их сайте комплектация Arctic Trax указана как специально подготовленная базовая, то вам выдают АТТС с внесенными изменениями. Если вы поставили автомобиль на учет, то в этом случае компания Arctic Trax будет в установленном законом порядке вносить изменения, и ваш ПТС будут эти изменения вписаны. В любом случае, у вас будет найдено решение, и вы получите и будете эксплуатировать автомобиль на законных основаниях. У этого автомобиля классическая схема полного привода. Постоянный задний, подключаемый передний. Это применяется практически на всех пикапах, на американских, на японских, разве что кроме Mitsubishi L200. Есть раздаточная коробка, где вы можете подключить пониженный ряд передач. И что очень важно, в базовой комплектации есть блокировка заднего моста. Сейчас на достаточно крутом спуске я включил пониженную передачу, и мы спускаемся вниз на первый пониженный. Разгонная динамика на 35-х колесах снизилась, но мне для моих путешествий это совсем не критично. Я вполне комфортно перемещаюсь, и неважно, сколько я буду до 100 километров разгоняться, за 10 секунд или за 15, вот, совсем не имеет значения. Я думаю, что для вас тоже. Это автомобиль грузовик, это автомобиль для меня экспедиционник, то есть автомобиль, на котором я должен буду преодолевать большие расстояния и чувствовать себя комфортно и уверенно на бездорожье. Передаточные числа в мостах в базовой комплектации Arctic Trax 3,7. Этого достаточно, если вы будете эксплуатировать автомобиль в не очень сложных дорожных условиях. Если же вы пойдете на серьезное бездорожье, либо снежное бездорожье, тогда имеет смысл установить передаточные числа 4,1 или 4,3. Нужно понимать, что замена главных пар необходима, если в вашем режиме эксплуатации
постоянно не хватает крутящего момента на подъемах. Двигателю не хватает мощности для перевозки груза, если вы постоянно используете пониженный ряд передач. В таком случае замена главных пар оправдана. У нас в полном разгаре идет экспедиция по Кавказу. В нашей команде 30 человек, и во время обеденных перекусов необходимо всех напоить чаем или кофе. Для этого я использую 3 термоса от Арктики серии Тайга. Это брутальный внедорожный термос. Вроде бы термос как термос, таких сотни продают. Но этот гарантированно держит 36 часов. То есть мы его заправляем кипятком. В обед у нас кипяток, в котором мы готовим чай и кофе. Я с высокой долей вероятности стану владельцем подобного автомобиля. Меня формат пикапа устраивает на 100%. Как руководитель экспедиционных групп я перевожу достаточно большое количество общего бивачного снаряжения. Вот, поэтому формат пикапа с кунгом меня устраивает полностью. Путешествую я, как правило, в автомобиле вдвоем либо втроем. Вот всегда со мной профессиональный видеооператор, фотограф. Во время этого путешествия мы вполне комфортно перемещаемся, и каких-то особых неудобств нет. О дальнейшей доработке моей персональной, если я приобретаю этот автомобиль, я буду вести блоги и рассказывать на драйве, рассказывать на нашем YouTube-канале «Дороги дороги». Вот. Думаю, это будет целая сага о подготовке автомобиля, пикапа, Isuzu к путешествиям и к северу, и к югу, по всем регионам. Что интересно, 3 человека из нашей экспедиции, а у нас сейчас участвовало 50 экипажей, 3 человека изъявили желание приобрести этот автомобиль. Ну, не этот, такой автомобиль. А вот после того, как я сказал, что да, я свой выбор останавливаю на нем, вот несколько человек прям изъявили желание путешествовать именно на автомобиле Isuzu. В песках Isuzu Arctic Trax идет идеально. На этих колесах едет, как на американских горках.
По барханам в этой комплектации еду как на снегоходе. Хватает тяги, авто не закапывается. Удовольствие от этой езды. На этом автомобиле мы прошли тысячи километров до Казахстана и сотни километров по бездорожью Казахстана. Это были степи, пески, горы. Я так скажу, в этом автомобиле Isuzu D-Max в комплектации Arctic Trax на 35-х колесах меня устраивает все. Автомобиль создан для путешествий, автомобиль создан для экспедиции. И вы, похоже, видите перед собой будущего владельца этого внедорожника. После экспедиции, как обычно, заехал в сервис. Все идеально. На Isuzu Arctic Trax в сервис можно заезжать только раз 20 тысяч километров для регламентных работ. Я заехал на подъемник для того, чтобы снизу снять защиту агрегатов и днища. Снизу у нас огромная защита из алюминия. Закрывает все агрегаты, сплошная лыжа, в том числе топливный бак. Мощнейший карданный вал и глушитель висит под рамой. Это очень-очень правильно, потому что на внедорожниках глушитель на бездорожье страдает в первую очередь.